Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруге поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Уже постучались на небеса. Накачались текилой. Буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел. Не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию, светило в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Началось-то.
Началось все с того, что вот эти фиделистики, они не являются билетом. То, что перед посадкой на поезд нужно приходить по этому штрих-коду получать нормальные билеты в кассе. Но мы этого не сделали. Мы не успевали. В итоге они уехали, а паспорта остались у меня. И я даже не успел ее поцеловать. А что потом? А потом началось самое интересное. Потом пришлось поехать в Москву. Даже если ему не нужны были эти паспорта, раз они и без них неплохо справляются, ездит поезда, летает на самолет, то нужно было хотя бы приехать и поцеловать ее перед поездкой. Я это сделал. Я считаю, что я сделал все правильно. Алло. Да. Чё делаешь? Да ничего, работа тогда. Понятно. Короче, ты занят? Ну, вот сейчас кушать, да, в принципе, спать собираюсь. А ты чё там? В Москву не хочешь съездить? Слушай, да не, я пас. Поехали, слушай, завтра выходной. Слушай, ну я думаю, это пас. Да, это просто дела. Ну и зря. Ну, блин, давай, заберешь. Ну, давай, я это самое, приеду, наберу. Давай. Давай, пока.
Да, я приехал. А я любимую проводил отдыхать. Что-то на самом деле она уехала еще только вчера, а я уже сегодня что-то целый день в тоске провел. Да, и чем заняться, не знаю. Давно тебя не видел. Something to comfort me, I can't sleep. I feel the eyes on me, no words can change my frames. Thinking first is playing my game. To come for me. Но я хочу тебя увидеть поскорее. И ради этих слов можно поехать не только в Москву, но и во Владивосток. Ты поехал с таких слов в Владивосток? Человек после перелета в сутки тебе говорит о том, что он добивает на комфорт. Ты только приедешь, и мы пораньше увидимся. Малышка, только за эти слова я тебя готов всю жизнь на ручку носить. Тебе я тебя люблю. Не пролишь долгие люблю, которыми ты меня заразила. И мать твою когда-нибудь. Думал о том. Френч-дог? Френч-дог. Ты когда-нибудь думал о френч-дог? Привет! Я френч-дог. Я иду гулять по Невскому. Да, да. А ну и газлак! Что такое? Да где так долго ездить? Городским окраинам. Привет! Где так долго? Где так долго ездить? Я не пью такую дрянь. Ну что, пойдемте гулять? Или что? Пойдем. Все на Адмиралтейске, на работу. Ну да. А что бы нет? Телка спряталась в Ауди. Ну то, что у нее окно открыто, и то, что я ей сказал, что это у нее мозоли или ботокс. А надо было спросить прямо у нее. Что бы нет? Что такого? Ответить да или нет? Ну не да, мозоли, да, а что? Может, она любит есть мороженое. Или, может, замороженный сок. Почему сразу все думают так пошло? О девушке, которая едет на Audi A6 это было? Да. Что это было? Вот у нее губы нормальные. Вот у нее нормальные, нормальные, нормальные губы, не накачанные. И вот у нее даже в голову не придет спрашивать. Зацени мою наклейку сзади. Зацени мою наклейку сзади. Вот и 9 мая. Скоро Новый год. Ну конечно. Да, Лёх? Да. Что на Новый год будете делать? Не знаю, на салют пойдем. На салют пойдем в Новый год?
что теперь? А теперь снова в Москву. А знаешь зачем? Чтобы лишние 6 часов нашей жизни провести вместе. Потому что я ужасно соскучился. И просто уже выть скоро начну. Больше ты без меня никуда не поедешь. Питер приехал, сразу нарушил все правила, которые только можно было. МГУ, вот оно! Так я-то знаю. Заезд оттуда. Я тебе говорю про балкон, и думал, ты вот там встал. Нет, ну что, как дела? Вообще, а ты что тут делаешь? Слушай, я к бабушке в гости еду. Это дело. Ты когда домой? Сегодня. Вечером? Да. С третьей мы поедем? А где твоя? В 10 часов прилетает. В 10? Ты завтра работаешь? Нет. А я да. Пойдем попить что-нибудь найдем. И поесть. Ты есть хочешь? Ну так. Да, ну можно и поесть, наверное. Да, господа, мы переехали в Токио. Мы с Жекой сидели, подумали, что здесь аэропорт недалеко. И решили Токио. Как тебе погодка? Сейчас нас на фоне спалят, Андрюк, надо было на мне развернуться и вот так вот снять. А я вырежу. Мне тут круто. Погодка. В Питере все плачут, дождь, здесь 30-ка. Здесь листья есть? Да, кстати, все зелёные. Здесь уже зелень. Здесь уже лето. Голландские тюльпаны. Да, кстати, я видел. Ильюша, посмотри, какая красота. А ты сидишь в Питере даже без тачки. Да. Причем посмотри. Я его звал, я говорю, поехали на моей машине. Солнце жарит. Вот оно, солнце. Да я даже не хочу домой ехать, если там дождь. Да это только надеяться, кто что сейчас сюда придет завтра дождь, и это все будет в Питере. И листики тоже? Там листики вряд ли. Приезжаем в Питер, а там все зеленое, а здесь все опало. Дождь пошел. Тогда все будут умолять нас вернуться в Москву.
Вернитесь. Чтобы здесь все зацвело, знаешь. Мы идем вот здесь и за нами. Мы приехали поступать. Кончилась пара там, прыгаешь в ламбу и едешь на следующую пару. Пацаны, пойдем покурим. Пацаны, на математику опаздывают. Там телеметрия стоит, знаешь, у них от корпуса до корпуса, кто быстрее доехал. А это что? Это платный факультет, поехал на алгебру. Очники. Это очники, на алгебру опаздывают. Все, мы накурились. Накурились. Еду играть по балету. Пошли. Все, уходим. Слушай, я с собой взял. Заебись. Так чё? Чё? Как? Пойдем. Мы сейчас мчим на шоссе энтузиастов. Так. Оттуда созвон. У тебя во сколько самолет? Самолет уже в 10. А там еще же написали, что он раньше прилетает. С 7:30 надо искать цветы. Объясни, пожалуйста, такую тему. Почему в Москве такой геморрой с цветами? Потому что ты питерский. Почему у вас все цветы вялые? Вот, по этой набережной едешь до Киевского вокзала, самый большой цветочный магазин в Москве. А то я куда не зайду, везде вялые. Пи вялые, не пойму? Нет. У меня все должно быть бодрячком. Никакой вялости, даже намека не должно быть, ты че?